Привет! Ты на канале Кайч Стример и возвращаемся в Survivor Сотый Дон. С момента нашего последнего забега вышло несколько крупных обновлений. Добавили новую локацию, новых персонажей и существенно пересмотрели баланс. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Так, пока доступен лишь один новый персонаж. FCSK5. По-моему, за него мы не играли. Так, ну есть еще вот два новых, но для того, чтобы их открыть, надо пройти вторую локацию на харде и третью локацию на хотя бы на легком уровне сложности. Как раз давайте посмотрим новую локацию. Легко. Ну, я помню, нужны сокровищницы. Ну тогда вот сюда, сюда. Перевод просто, мать его, великолепный. У меня сколько реролов? Один. Тут же еще какие-то плюшки. Увеличение опыта. Магнитик. Ничего уже не помню. Ну, кстати, он неплохо стреляет. Я помню, я все брал к урону. А вот это, по-моему, я не особо хотел брать. Давайте больше опыта. Увеличение кредитов повышает скорость атаки. Великолепный перевод. А это называется спасение. Так, шанс на крит. Так, регенерация. У меня персонаж довольно неплохо прокачан. Поэтому изи-то мы должны легко пройти. Больше опыта. Так, а сколько у меня денег? 11 косарей. Ну, наверное, это достаточно, чтобы в магазин сходить. ХПшка. По-моему, ХПшку я брал. Но это не точно. Скорострельность. Ну, я помню, я основное оружие прямо трючил. Так, это тоже какой-то магазин. Что это такое? 930.
Максимальное здоровье, если враг умирает в радиусе 2 метров. Ну давай. Турелька огнемет. Я даже не помню. Ну видишь, если это не переведено, то скорее всего это новшество какое-то. Пусть будет. Мы играем на изи, посмотрим, как это работает. А выживите 3 минуты, соберите кредитов. Это я выполнил. Здесь в верхнем левом углу. Доп. Задание. Давайте опыт. Вот я не помню, вот эту штуку я брал, не брал. Скорость атаки основным оружием. Не факт. Через магазин. Сейчас наберем апгрейдов. Вот, кошелек торговца. Кэшбэк 6%. Стакается до 90. Я помню, до 90 чуть ли не набирал. Шансы падения кредитов с врагов. Ну, давайте тоже возьмем. Больше урон по врагам, у которых хпшка 90%. Так, урон основным оружием на 33. Где-то все нужно. А еще и пробивание. Шикардос. Так, и что это? Сейчас придет какой-нибудь элитный противник. В розыске? А это что такое? А это что такое? Это теперь можно так подлечиться? А сколько времени осталось? Так, 4 минуты. А, это вот это вот. Кулдаун. Но это для навыков. Ладно, давайте пока опыт. Ну сколько тут вкусняшек разбросали. Еще розыск. Ну давайте возьмем еще розыск.
Спасение. Дополнительный слот для автооружия при достижении 50 уровня. Давайте возьмем. Один к урону за каждые 250 поверженных врагов. Стакается. Количество пуль. Когда последняя пуля в магазине выпущена на один. Ну, давайте посмотрим. Все хочется взять. Смотри, какой монстр. Так, нам вот сюда. Спасение ждет. Ну, хотя у меня хпшка полная. Нахрен мне это нужно? Убивает элитных, если его здоровье ниже 8%. Стакается. Вероятность падения казначейских сундуков. Количество рывков. Давайте возьмем. Что восстанавливается хп, блин, ну все хочется взять, все хочется попробовать. Где казначейские сундуки? Так, куча ракет. Урон за накопленные бабки. Элита падает, если хпшка ниже уже 16 будет. Давай вот это возьмем. Что-то как-то супер легко.
Так, шанс на крит. Какие-то недоктулху идут. Гаденыш какой зацепил. Кстати, супер легко, а уже третья локация не так легко. Так, больше опыта. Ну-ка, розыск. Зовите своих этих клоунов. Какие-то черепашки. Сейчас и сплинтер подойдет. Немного хпшки. А вот это чуть такое, это... Я тут что, лечусь? Что это все здесь происходит? Больше урона, больше снаряд. А это что такое? О, фейерверк. Посмотри, разбросали сколько вкусняшек. Давай еще. Ну, хпшку я разогнал неплохо. Не понятно. Давайте посмотрим, что такое Falcon X. Помечает врагов в отсканированной области и взрывает помеченных врагов. А все? Весь уровень какой короткий. За бабосами. О, бабосы.
какую-то рандомную хрень взял. Так, а где еще сокровища-то? Лень там только первую минуту. Где бабки? Нет, не серьезно просто. Вкусняшек нам упадало. И магнитик вот этот, по-моему, светящийся. Но это не точно. Так, шанс на крит. Больше снарядов. Ну-ка, розыск. Еще больше снарядов. В магазин. Количество снарядов, диапазон. Кстати, я потратил уже дохера денег. Так, еще давайте эти казначейские сундуки. Не успеваю. Так, здесь босс? Убить босса? Ну где он? Выходи, подлый трус. Это большой зонтик какой-то. Медуза какая-то. У медузы вроде нет мозгов. Похоже как раз. Так, это что-то хорошее? 20% хп, что это значит?
А, это потеряй, но я получу классный предмет. Ну ладно. Ну как так, не дали собрать? Нечестно, несправедливо. Да, противники тут поразнообразнее стали. Тринадцать косарей всего. Давайте скорострельность возьмем, но вообще денег нет. Полминуты осталось. О, магнитик. Ну вот из-за наличия вот таких магнитиков не хочется качать магнитик. Думаешь, ну он выпадет ведь? Он что-то не выпадает. Ну а что-то поинтереснее можно было предложить. Давайте скорость передвижения. Не, надо в магазин, наверное, идти. Так, вероятность выпадения сундуков. Да и пробивание возьмем. Вообще надо урон увеличить. Скорость полета пуль, наверное, тоже надо взять. Пусть будет. Это еще что за монстры? Магнитик. Надо запомнить, что и здесь магнитик.
Больше снарядов. Ну, посмотри, еще магнитик, еще. Я думаю, я тут столько сундуков пропустил. Ну да, это вообще немного меняет баланс. То я кидал все на то, чтобы в магазине покупать зайдешь, а тут просто тебе выпадают и выпадают улучшения. То есть хороших магазинов меньше. А вот этих рандомных предметов теперь до хрена. Ну-ка, розыск. Зовите свою элиту. Ну, посмотри, три предмета выпало. Даже непонятно, стоило бы. А можно? Ну можно активировать второй, ёб твою матрицу. Пересечение множеств. Вот я уже вспоминаю, почему я не брал опыт. И магнитик. Потому что и так прокачиваешься под конец до максимума. И лучше ячейку сохранить под что-то боевое. То есть с оптом комфортно играть, быстро набираешь уровни. Но потом у тебя занята ячейка. И ты просто до максимума докачался, еще играть и играть. А ты уже взять ничего не можешь. А у меня задание 5 штук таких очистить. Да. Так, ну направляемся, где еще есть. Я потерял. Тут вроде было рядом совсем. Что-то это все не то. Ни хера не вижу.
А если задание не успею, ну тут за 2 минуты 5 штук, это что-то очень много. А, ну все, этаж пройден. Что-то я не обращал внимания, вот эти второстепенные миссии, как бы выполнял, не выполнял. Просто если не выполнил и все, забег не выполнен, то было бы жестко. Ну что, это финальный босс? Ну, мы уже сняли ему 10%, ну это смешно просто. Дядь, ты где учился гамать? Как не стыдно быть таким нубасом. Не всем понятно, что это значит. Так, 9000 очков. Чтобы прокачать урон, надо 13. Так, мы открыли нового персонажа. Лотус. Прекрасно выглядит. Ведь это не шлем, такая голова. Ну что, посмотрим в следующей серии. Так, и открылась, да, следующая сложность. Сложно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.